Всем привет! Канал Владелец Аквариума, я Дима. 72 литра, 200 литров. А в 200 литрах видно 72 литра. Итак, сейчас не об этом. Буду пытаться оторвать вот этот кусок мха целиком, отрезать и переместить на 200 литров, наверное, где-то вот посередине буду пытаться закрепить. Вот. Так как неудобно это все снимать, у меня нет подставки, штатива, поэтому я нажимаю на паузу и начинаю демонтировать этот мох. Вот отсюда он. Покажу вам сейчас. Видите, вот таким пластом он отделяется потихонечку. Думаю, сейчас аккуратненько его все-таки сниму. Вот так вот. Вот что там внутри, под задней этой стенкой. Так, буду продолжать. Так, ребята, видите, вот такой кусок мха. А вот что у него за кулисами происходит. Вот такой вот он. Ну все, сейчас буду нести его в 200 литров. Ну вот и пробовать там закрепить. Для этого у меня есть... Ну, такой скребок один. Вот второй там у меня тоже есть. Ну, наверное, прищепки какие-то. Взял пару прищепок. Может быть, там на верхней части как-то я закреплю. Сейчас посмотрим. Так. Закрепляем прищепочками вверх. Вот так. Ну а низ, наверное, вот этим вот моим магнитиком. Так, сейчас мы его... Так, вот как-то так это все получилось. Ну вот, прищепками. И магнитным скребком. Все, сейчас буду укреплять дальше.